Знакомство с народным избранником, но уже в новой руководящей должности, прошло в рамках совещания с участием руководителей предприятий и организаций Бобруйска. Представил Виталия Власевича градоначальник. Александр Студнев выразил уверенность в успешной реализации всех поставленных задач перед Первомайским районом и обозначил некоторые особенности работы в администрации. Это работа с руководителями предприятий, это работа сегодня в социально-экономической, во всех сферах жизнедеятельности города. Хочу пожелать только вам удачи, успехов. И поверьте вы все, мы должны работать в общей команде, мы должны работать на выполнение тех показателей, которые доведены сегодня не только району, но и городу, потому что благодаря сегодня показателям двух районов складываются показатели и города. Уже на рабочем месте глава администрации признался, он всегда стремился вернуться на малую родину. Депутат сам проживает в Первомайском районе и знает не понаслышке, что нужно для его развития. 15 лет Виталий Власевич отработал на градообразующем предприятии, открытом акционерном обществе «Белшина». В помощь сегодня и обращение. За время приемов граждан депутат смог изучить и отдельные проблемы горожан. Одна из первостепенных задач, которая стоит перед Первомайским районом, да и в целом перед городом, это строительство детского садика в 7-м микрорайоне. Этот вопрос надо решать, чем раньше, тем лучше. И, к счастью, скажем, для меня и для горожан, действительно, Бобруйский городской исполнительный комитет сделал для этого достаточно много, и строительство уже сдвинулось с мертвой точки. На реализацию всех идей по созданию комфортных условий проживания первомайцев у Виталия Власевича 3 года. Именно на такой срок с ним заключен контракт. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.